Энергия, драйв и позитив – именно такие эмоции чирлидеры вызывают у болельщиков. Группа поддержки баскетбольных команд в Химках усиленно готовится к новому сезону. Репетируют номера уже в обновленном составе. Совсем недавно группа пополнилась 5 участницами, среди которых действующий мастер спорта по спортивной гимнастике. Поэтому девушки порадуют зрителей акробатическими номерами. В арсенале группы поддержки более 100 номеров. К каждой игре хореографы готовят около 10, иногда больше. В зависимости от того, сколько будет тайм-аутов, для зарубежных команд всегда в запасе особенные танцы. Это так как мы играем международные матчи, мы для каждой команды, которая приезжает из-за границы, готовим какое-то персональное приветствие. Там, для греков это сиртаки, для испанцев это какая-то испанская мелодия. Подбородок делает точку здесь. Наверх вы поднимаете голову. Пам, да, то есть должна быть эта точка. Руководят группой поддержки сестры Татьяна Станкевич и Елена Солодовникова. В клубе они с момента основания в 2001 году. Каждый год в преддверии сезона они проводят кастинг для девушек. Тренеры и хореографы отсматривают претенденток, выявляя наиболее ярких и физически подготовленных девушек. Стандарты остаются всегда одинаковыми. Они должны быть с хорошей хореографической, гимнастической, артистической подготовленностью. У них должна быть хорошая гибкость. Они должны быть растянутые и очень приветствуется акробатическая подготовленность. То есть, если они умеют делать перевороты, колеса, кувырки, это все тоже очень приветствуется. Девушки-чирлидеры должны обладать не только артистизмом, но и постоянно поддерживать хорошую форму. В распоряжении группы поддержки тренажерный зал и железная мотивация от тренеров. Баскетбольный сезон стартует уже в октябре. В Химках пройдут матчи Единой лиги ВТБ и Суперлиги. На арене Мытищи – встречи в рамках Евролиги. В течение сезона девушек можно будет увидеть на всех играх и вместе с ними поддерживать игроков БК Химки. Алена Беляева, Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров. Служба новостей.